Так, ребята, наверное, мы можем продолжить. Мы создали шаблон для стандартного AutoCAD. Не для AutoCAD Electrical, для AutoCAD. Ну, в принципе, этот шаблон можно использовать и для AutoCAD Electrical, но вот эти атрибуты мы должны связать эти атрибуты мы должны связать с теми описаниями или, ну, как сказать, описаниями, которые указываются при создании, скажем, проекта или чертежа AutoCAD Electrical. Давайте мы перейдем в режим AutoCAD Electrical. Как бы шаблон мы создали, этого достаточно пока что. Но можем воспользоваться. Ну, сделаем как, к примеру. Ну, вот этот drawing второй я попробовал создать в режиме AutoCAD. Теперь попробуем. Давайте вот здесь мы так, ну, Practice 11, проект Practice 11 активный стоит. Здесь я попытаюсь создать чертеж, скажем, ну пусть это будет 006, к примеру. И в качестве шаблона я выбираю вот этот последний тест A3 Lenski. Вот этот шаблон. Теперь, если я вот сюда списываю, скажем, например, это чертеж номер 06, drawing, что-то, здесь что-то, например, да, и нажимаю на ОК. Нажимаю на ОК. Так, во-первых, у нас здесь ошибочка происходит. Ну, это и ясно. Вот здесь у нас, скажем, например, лист, к примеру, не указывается. Также, скажем, например, вот здесь я могу открыть вот это все. Но где у меня line 1, где line 2? Вот это всего я не знаю. Я не знаю. Я, например, могу попробовать, скажем, например, взять title block update, выбрать все, select all и нажать на OK Active Drawing Only. Ну, здесь у нас нету связи. Нету связи. Потому что AutoCAD Electrical пока что не знает, куда что вписывать. Вот это меню Descriptions, это касается только AutoCAD Electrical. Вот этого на AutoCAD нету. Также вот этого тоже, Title Block опять. Вот этого тоже на стандартном AutoCAD нету. Так, давайте сделаем так. Вот это, удаляю чертеж полностью. Он мне не нужен, я закрываю, не сохраняю. Он мне не нужен. Так, вот этот чертеж я, наверное, тоже закрываю. Закрываю. И думаю, я здесь создам новый проект. Новый проект. Так, давайте сделаем так. AutoCAD полностью я закрываю. Открываю заново. Так. Вот как-то так. Теперь нажимаю на Start Drawing не вот здесь, а вот здесь. Я выбираю простой пустой шаблон. Вот этот пустой шаблон. Так. Ну, я не хочу, чтобы каждый раз у меня открывался вот этот при создании нового пустого чертежа, открывался сразу вот этот шаблон, который я создал. Это теперь я здесь создаю новый проект по названию, скажем, например, тест template. Вот как-то так. Ну, пусть файлы свойств будет у меня вот этот. И пусть локация проекта будет вот здесь. Это вот документы, ACAD 17, IADATA, approach и вот эта папка. Так, нажимаю на ОК. Нажимаю на ОК. Свойства мне не нужны. И вот здесь у меня появляется, вот в этой папке у меня появляется вот тест template. Видите, открываю, у меня сразу же здесь появляется файл свойств WDP. И вот этот файл, честно сказать, я не знаю, что это за файл. Теперь мы вот сюда должны скопировать два файла, которые связанное именно с атрибутами. Да, атрибутами. Так, эти два файла. Давайте пока вот эту папку открытым оставляю. Это папка нашего вот этого проекта. Test Template. Открываю еще раз другую папку.
по тому же каталогу и открываю папку IEC Demo. Вот. Вот здесь, кроме файла свойств IEC Demo, есть у нас еще вот, WDP. Есть еще у нас файл WDT и файл WDL. Вот эти два файла. Я вот эти два файла скопирую. Так, скопирую и вставляю их сюда. И название их меняю, конечно же. Название у них будет default. Вот этот. Так. И этот. У меня будет вместо IEC demo будет default. Так. Ну, попробуем открыть, что означает каждый из них. Ну, вот на это пока не трогаю. Вот, вот этот. Если я открою default wtitle.wdl, у меня появляется вот такая информация. Line 1, customer. Line 2, drawing number. Job, model, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Так, вот эта папка IEC demo мне не нужна, я его закрываю. Вот эту папку пока не закрываю. Но давайте другие папки я закрою, чтобы они не мешали мне. Вот у меня одна только вот эта папка открыта и один вот этот файл. Если я два раза кликаю вот на этот файл, у меня этот файл открывается в текстовом документе. Если у вас не открывается, можете сделать как? Вот нажать на правую кнопку и попробовать выбрать Open with, скажем, Notepad, к примеру. Да? Вот так. Либо же можете здесь создать такой обычный текстовый документ, открыть его, текстовый документ, и перекинуть вот этот файл сюда. Можно и так тоже открыть. Так, дальше продолжим. Давайте вот этот шаблон еще раз открою. Наш созданный нами. Ну, еще раз создаю новый чертеж по вот этому же шаблону. Вот так. Здесь у нас что было? Здесь у нас что было? Давайте сделаем так. Ну, так. Может быть, вот сюда добавить блок, вот этот, к примеру, да? Ну, да, можно просто вот этот блок расчленить, export. Вот, атрибуты появляются. Так, что я куда должен вписать? Скажем, вот это у нас модель 2, 3, 4, то есть 1, 2, 3, 4, может быть, там 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и так далее. Наверное, вот этот лист и листов я туда вписывать не буду. Дата тоже, наверное, вписывать. Ну, хотя надо. Хотя надо. Ну, посмотрим. Вот в этом документе, вот в этом документе начинаем. Line 1. У меня идет модель. Модель. Line 2 идет у нас ну, название модели. Название точка модели 1. Так, Line 3. Это у нас ну, что же такое? Так. Может быть, вот так. Два. Этот следующий. Название модели, к примеру, три. Дальше. Организация один. Организация один. Ну, давайте вот на этом месте я сохраняю. Я сохраняю, скажем, ну, вот этот файл я сохраняю. Файл save. Вот здесь я могу на тест template нажать на update, project-wide update. Вот так. Вот так. Нажимаю на ОК. Ну, просто нажимаю на ОК. И попробую открыть descriptions. Вот видите, у меня уже вот здесь меняется. Модель, название модели 1, название модели 2, название модели 3, организация 1. Вот, вот это все меняется. Вместо вот этого, вот этих,
Видите, сначала я вот с этим вот с этим разберусь. Я вписываю вот эти вот сюда. Но дальше, давайте сначала вот с этим разберемся. С этим разберемся. Организация 1. Дальше вот это у меня будет организация 2. Я 2. Вот это, наверное, я нажму на cancel вот здесь. Дальше. Дальше. Так. Что у нас дальше? Ну, можно сюда, наверное, сразу же добавить листы. Но, наверное, листы я не буду добавлять, потому что листы, они автоматически добавляются. Так. Дальше. Вот здесь. Дальше, следующий. Ну, это будет, наверное, разработал. То вот так. Дальше проверил. Вот здесь, я не знаю, вот это T-Control, N-Control. Ну, давайте пусть они тоже останутся. T-Control. Дальше у нас вот здесь у нас идет N-Control. Ну, контроль. Будет. Или пусть будет просто контр, чтобы много места не занимало. Дальше у нас это будет, скажем, ну, утвердил, к примеру. Утвердил. А это может быть даже будет дата, к примеру. Дата. А вот эти 13 и 14 лайны я, наверное, просто возьму и уберу, к примеру. Ну, хотя можно здесь даже масштаб указать. Масштаб. Все, 14 строку я убираю, удаляю и сохраняю. Нажимаю на файл Save. Пока я вот этот файл не закрываю и проверяю. Нажимаю на правую кнопку на проекте. Так, Descriptions. И вот здесь у меня появляется модель, название модели, название модели, название модели. Это три строки. Можно на одну строку или вот центральную строку что-то написать, остальные оставить пустыми. Организация. Если в одну строку не помещается, можно в две строки написать. Разработал. Фамилия кто, да? Это вот здесь будет вписываться. Проверил. Фамилия кто. T-Control, N-Control. Ну, вот здесь не совсем красиво получилось. Вообще нажмем на ОК. И это вот это. Исправим сразу же. Так, еще раз откроем. Так, descriptions. Вот. Утвердил, дата. И что у нас осталось? Масштаб. Масштаб у нас будет на следующей странице, потому что вот сюда не помещается. Следующая страница, вот масштаб. А остальные, это не важно, потому что у нас уже больше данных нет. Нажимаем на ОК. Нажимаем на ОК. Так, вот этот чертеж к нашему проекту не относится. Ну, в принципе, я думаю, можно здесь, наверное, сразу создать новый чертеж. Давайте пока не будем создавать новый чертеж. Так, Drawing 1 закрываю. Это у нас как бы для проверки. Дальше. Ну, вот это сохранили. Сохранили. Теперь, чем будем заниматься? Наверное, мы перейдем на вкладку панель. Project. Вот, Project. И откроем Title Block Setup. Title Block Setup. Вот здесь выбираем default.wdt. Вот этот вариант. Нажимаю на ОК. И нажимаю на Overrides. Переписываю. И вот здесь, я должен был вот здесь сначала, давайте нажмем на cancel, и вот здесь создадим, скажем, чертеж. Чертеж пусть будет под 001, нажимаю на browse, выбираю вот этот, я вот здесь просто пишу sheet 0.1, к примеру, да? Нажимаю на ОК.
создаю вот этот чертеж. Так, ну, пока согласна с этим. Еще раз нажимаю на Title Block Update, выбираю Default WDT, нажимаю на OK, нажимаю на Override, и вот здесь нажимаю на Pick Block. Вот этот блок у меня на чертеже. Нажимаю на Enter. Ну, название, конечно же, Template, потому что, если вы помните, ребята, когда мы создавали вот этот шаблон, у нас вот мы задавали имя Template. Нажимаем на OK. У нас теперь появляется вот такая таблица. Вот такая таблица. Так, Project Value. Вот, это то, что мы писали вот здесь. Это то, что мы писали вот здесь. А вот это атрибут, это то, что мы задавали вот в этой таблице. Вот здесь. Вот здесь выбираем. Можно выбрать, нажав на кнопку Pick, а можно вот здесь просто выбрать атрибут. Это будет модель, к примеру. Название модели 1, название модели 2, название модели 3, организация 1, организация 2. А вот здесь я думаю, так, это у нас общие, как бы, касающиеся проекта, наверное, разработал. Так, вот, разработал, проверил, вот. Т, контроль, Н, контроль, так, утвердил, так, дата. Но можно, наверное, сделать как? Нажать на Drawing Values, выбрать. И вот здесь лучше вот так, наверное, выбрать. Лучше вот так. Мы вот здесь мы не Project Values выбираем, а Drawing Values. Вот так. Наверное, лучше так. Заново еще раз. Так. Так, Project Values у нас остались. Дату, наверное, это у нас будет... Это где дата? Вот дата. И масштаб. Масштаб. Переходим на Drawing Values. И вот здесь указываем на Sheet. Вот этот sheet. Это у нас лист. То есть вот здесь напротив листа у нас будет номер листа. Вот sheet. Теперь также есть sheet maximum. Вот здесь мы выбираем листов. То есть это, вот этот sheet maximum, он меняется. Как только мы, скажем, например, добавляем в проект еще один чертеж, у нас он становится 2, 3, 4, 5 и так далее. Это за время автоматически меняется. Что еще мы можем сюда добавить? В принципе, наверное, все. В принципе, наверное, все. Вот здесь, наверное, drawing value. File. Ну, единственное, вот description 3 мы можем выбрать, к примеру, description 1, к примеру, да? Или description 3. Ну, вот это вот здесь, код схемы. Пусть это будет description 3. Где у нас код? Код схемы, к примеру. Ну, наверное, все. Нажимаем на ОК. Нажимаем на ОК. И все. Давайте теперь вот здесь будем менять свойства чертежа. Вот свойства чертежа. Вот sheet у нас стоит 0. Вот здесь пишем, скажем, например, description. Description, ну, это у нас будет как бы код схемы. Код схемы. Да что угодно. Пусть это, давайте просто diagram код, к примеру. Как-то вот так. Нажимаем на ОК. И мы должны обновить от... Так. Что мы должны обновить? Вот этот. Все. Title Block Update. Скажем. Нажимаем на ОК. Нажимаем на ОК. Так. Ждем. У нас здесь ничего не поменялось. Давайте попробуем вот здесь на Descriptions ввести название. То есть модель. Это будет вот так. 1, 2, 3. Ну, 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И масштаб у нас будет, ну пусть будет 1 к 1. Нажимаем на ОК. И вот здесь нажимаем, выбираем Title Block Update. Выбираем Select All. Вот здесь мы должны, наверное, выбрать Sheet. Так, обновляем Sheet. Sheet максимум обновляем. Ну, по умолчанию у нас здесь единица стоит. Ну, наверное, все. Окей, Active Drawing Only. Вот у нас все появляется. А вот видите, 1, 2, 3. А, вот здесь мы только Description забыли. Мы, наверное, должны также Description... вот здесь Title Block Update. Где-то вот Drawing Descriptions. 1, 2, 3. Вот 3. Примерно. Давайте все. Нажимаю на Active... Вот, Diagram Code. Видите, вот так можно... Вот видите, вот здесь то, что я говорил, 1. И Diagram Code отображается и здесь тоже. Ну, уже перевернутый. Уже перевернутый. Вот таким образом, ребята, мы можем создавать свои собственные шаблоны. Теперь, что мы с этим будем делать? Мы создали шаблон для формата А3. Теперь, что мы здесь делаем? Вот у нас вот эта папка открыта. Теперь у нас есть вот эти два файла. Вот эти два файла мы связали вот с этим шаблоном. Мы можем сделать как? Вот эти два файла где-то, скажем, например, на рабочем столе. Я создаю как бы одну папку. Пусть это будет ECAD, к примеру, ECAD template, может быть даже sample, к примеру, как-то вот так. И вот в эту папку я скопирую вот эти два файла. Это у нас WDT и WDL. Это два файла, которые связаны с шаблоном и с описаниями на шаблоне. И вот сюда, наверное, также стоит скопировать файл шаблона вот сюда. Ну, где этот файл находится? Я могу найти его очень просто. Я нажимаю на создание нового чертежа, но не создаю. Это вот этот каталог. Просто возьму и копирую вот до вот этого места. Копирую и вставляю, ну, открываю новую папку. Открываю папку и вставляю его адресной строкой. Нажимаю на Enter. Это у меня находится вот здесь. Так. Где? Вот тест Landscape. Я его копирую и вставляю вот сюда. То есть вот эти два файла связаны вот с этим шаблоном. В принципе, наверное, все. Вот таким образом, ребята, мы можем создать собственные шаблоны. Вот этот шаблон подходит нашему чертежу. Теперь единственное, что я хочу вот здесь отметить, почему мы разделили вот эти линии и какие у нас должны быть. Да, давайте откроем свойства проекта. Так, Properties, Drawing Format. Ну, у нас теперь X-Grid, не XY-Grid, а просто X-Zones, потому что мы вот здесь указываем только 1, 2, 3, 4. По вертикали у нас адреса не указываем. X-Zones, нажимаем на Setup. И теперь, пусть вот этот Y остается 287, он ничего не влияет, может даже указать на 0. Теперь X какой у нас должен быть? Давайте посмотрим, что за X должен быть здесь. X это расстояние вот с этой точки, от этой точки до вот этой линии, до оси Y. Так. Dim line. Расстояние от этой точки до вот сюда. Это у нас 30. Получается, мы вот здесь в свойствах проекта, мы вот здесь должны указать вместо 14 30.
Не 330, а вот 30. Так, это у нас, ну, 1, 2, 3. Пусть будет до 8. Ну, даже, пусть будет даже 9, 10. Разницы нет. Нажимаем на ОК. Так, нажимаем на ОК. И те же, наверное, свойства поменяем и на чертеже. На свойствах чертежа. Так, это у нас будет 30, а это у нас будет 0, к примеру. Ну, можете оставить 287, разницы нет. Нажимаем на ОК, еще раз нажимаем на ОК. Теперь давайте попробуем вот здесь, вот сюда. Мы добавляем такой стандартный, такой, как бы, для проверки. Для проверки. Один элемент, это будет у нас вот эта катушка. Так, и устанавливаем еще его контакт. Вот это вот сюда. И указываем вот так. Нажимаем на ОК. Так, ну, здесь у нас не совсем правильно получается. Не совсем правильно получается. Почему? Потому что здесь у нас показывает на третьей части чертежа, а у нас это вторая часть. А это у нас показывает на второй части, а это у нас на первой части находится. Ну, быть может, мы кое-что должны исправить. Так. Сейчас, наверное, вот это поменяйте на 4. Да. Вот здесь у нас отчет почему-то идет с единицы. С единицы. Это не совсем правильно. С двойки идет отчет. Это не совсем правильно. Почему, я не знаю. Может быть, наверное, стоит... Так. А, вот здесь мы должны спейсинг поменять на 75. Это во-первых. Да, спейсинг, вот это самое главное. И давайте сразу же в проекте тоже поменяем. Потому что, если помните, ребята, вот здесь у нас расстояние между вот этими, ну ширина колонок была 75. А это у нас будет 75. Так, нажимаем на ОК. Еще раз нажимаем на ОК. И, наверное, обновляем. Так, только ну, вот это, наверное, Component Cross Reference Update. Вот это, наверное, не надо. Нажимаем на ОК. И всего чертежа. Нажимаем на ОК. Так, все, теперь все правильно. Все правильно. Давайте попробуем переместить вот эту катушку куда-то вот сюда, к примеру, куда-то вот сюда. Все правильно. У нас все четко заработало. Это давайте перемещаем сюда на контакт на пятый. На пятую часть. Вот. Все работает, все четко работает, шаблон готов. Можем сохранить и можем сделать паузу.